Добро пожаловать в Smart Wallet – криптовалютный кошелек нового поколения. В этой инструкции мы расскажем вам, как создать свой первый кошелек в Smart Wallet. Скачайте приложение Smart Wallet в магазине приложений App Store, если ваш смартфон работает на iOS, или Google Play, если вы используете Android. Когда вы запустите кошелек, вам будет предложено выбрать язык приложения. Выберите язык, на котором вам будет удобно использовать Smart Wallet. Обратите внимание, что на загрузку желаемого языка у сети может уйти некоторое время. В случае, если нужный вам язык не загружается сразу, пожалуйста, немного подождите. В данной инструкции мы продемонстрируем настройку приложения с использованием интерфейса на английском языке. Теперь подтвердите согласие с условиями использования, поставив галочку. Затем нажмите на кнопку «Создать кошелек». Smart Wallet предложит вам две опции. Базовая защита – Basic Security и защита с пасс-фразой – Passphrase Security. В этой инструкции мы рассмотрим каждый режим, но мы рекомендуем вам использовать опцию «Защита с пасс-фразой». Также на этапе создания кошелька вы можете выбрать опцию «Использовать Smart Defender», если у вас есть холодный кошелек. Процесс создания нового кошелька с использованием Smart Defender мы также продемонстрируем в этой инструкции. Обратите внимание, что вы можете выбрать длину мнемонической фразы из 24 слов или из 12 слов. Мнемоническая фраза из 24 слов позволяет еще больше повысить уровень безопасности ваших цифровых активов. Мнемоническая фраза из 24 слов будет по умолчанию создаваться для режима Passphrase Security – защита с пасс-фразой. Если вы хотите, чтобы в режиме «Базовая защита» была создана мнемоническая фраза из 24 слов, включите данный режим, передвинув тумблер. По умолчанию же будет создана фраза из 12 слов. Защита с пасс-фразой – Passphrase Security. Данный режим безопасности является рекомендованным для опытных пользователей. Он отличается тем, что помимо мнемонической фразы, кошелек предложит вам создать пасс-фразу. 13-е – дополнительное слово к вашей мнемонической фразе. Пасс-фраза не хранится в Smart Wallet, и единственный, кто ее знает – пользователь. Именно она защитит ваш кошелек, если по какой-то причине вы потеряете доступ к мнемонической фразе. Обратите внимание, что если вы потеряете или забудете свою пасс-фразу, то восстановить ее будет невозможно, и вы навсегда потеряете доступ к вашему кошельку. Поэтому мы рекомендуем использовать пасс-фразу только опытным пользователям криптовалют. Если вы начинающий пользователь и не уверены, что не потеряете пасс-фразу, переходите к стандартному режиму «Базовая защита». Итак, выберите режим «Защита с пасс-фразой». После этого Smart Wallet напомнит вам о роли пасс-фразы и правилах ее создания. Нажмите «Продолжить». Откроется экран, в верхней части которого будет сгенерирована ваша мнемоническая фраза из 24 слов. Чтобы прочитать их, нажмите и зажмите кнопку с текстом, нажмите и удерживайте, чтобы увидеть мнемоническую фразу. Обратите внимание, что возможность сделать скриншоты и видео мнемонической фразы недоступна. Это исключает вероятность получения доступа к вашему кошельку посторонних лиц. Под мнемонической фразой будет окно для создания пасс-фразы – секретного слова для восстановления доступа к кошельку. Придумайте, введите пасс-фразу и нажмите «Далее». Обратите внимание, что Smart Wallet не хранит ваши пасс-фразы, поэтому крайне важно надежно сохранить и запомнить данное слово. Об этом вас дополнительно предупредит Smart Wallet. Нажмите «Ок», чтобы перейти дальше. Далее кошелек попросит вас в правильном порядке выбрать все слова из мнемонической фразы и ввести пасс-фразу. Сделайте это и нажмите «Далее». Если вы все сделали правильно, то увидите сообщение о том, что кошелек был успешно создан. На этом все. Ваш кошелек создан. Обратите внимание на важные моменты при создании пасс-фразы, а также при импорте кошелька с ее помощью. Установить пасс-фразу можно только при создании нового кошелька. Пасс-фразу придумывает только сам пользователь. В случае, если вы забыли пасс-фразу, восстановить ее невозможно. Хранить пасс-фразу нужно отдельно от мнемонической фразы, чтобы избежать несанкционированного доступа к вашему кошельку.
При импорте уже существующего кошелька с мнемонической и пасс-фразой необходимо поставить галочку в строке «У меня есть пасс-фраза» и выполнить дальнейшие действия. Базовая защита – Basic Security. При выборе базовой защиты Smart Wallet моментально создаст вам новый кошелек. После этого вам нужно будет сохранить вашу мнемоническую фразу для восстановления доступа к кошельку. Для этого нажмите на сообщение с текстом «Нужно резервное копирование» на главном экране. Откроется экран, где вы увидите 24 слова. Чтобы прочитать их, нажмите и зажмите кнопку с текстом, нажмите и удерживайте, чтобы увидеть мнемоническую фразу. Пожалуйста, будьте внимательны на этом этапе. Именно эта фраза является залогом безопасности ваших средств. Мы рекомендуем записать ее на листок бумаги. Не храните мнемоническую фразу на электронных устройствах и не делитесь ей с другими. Для продолжения работы с приложением вам необходимо подтвердить свою мнемоническую фразу, указав слова в правильном порядке. Если вы все сделали правильно, появится сообщение с поздравлением. Никогда не передавайте вашу мнемоническую фразу. Как создать Smart Wallet со Smart Defender? Smart Defender представляет собой карту с NFC-чипом, на которой хранится часть приватного ключа. Он используется для подтверждения транзакций в Smart Wallet, перевода токенов и запроса награды за сплитинг. Чтобы подтвердить транзакцию, достаточно просто приложить холодный кошелек Smart Defender к смартфону, на котором установлен Smart Wallet. Таким образом, доступ к совершению любых транзакций с криптовалютами в Smart Wallet остается только в руках владельца Smart Defender. И даже при потере смартфона криптовалюта пользователя останется в полной безопасности. Сейчас мы расскажем, как настроить Smart Defender при создании кошелька. Выберите «Использовать Smart Defender при создании кошелька». Кошелек покажет вам объяснение, что представляет собой Smart Defender. Нажмите на кнопку снизу, чтобы перейти к настройке. На следующем экране вам будет предложено приложить ваш Smart Defender к смартфону. Прикладывайте карточку со стороны камеры. Именно там в смартфонах расположен чип. Достаточно будет приложить карточку на 1-2 секунды. Если вы уберете карту быстрее, она может не успеть считаться. Обратите внимание, в некоторых случаях может понадобиться включить NFC в настройках вашего устройства. Когда настройка завершится, вы увидите уведомление об этом. Желаем приятной работы!